Готовься не летом, а придомовые территории зимой. Так решили барнаульские общественники, в частности, Татьяна Труфанова. Это известная в городе защитница зеленых зон, в частности, сквера на Сахарова, который хотели отдать под Рэдиссон. По ее словам, в Барнауле, который когда-то утопал в зелени, проблема не только с парками. Дело в том, что у нас многие жители Барнаула не в курсе о том, что, покупая жилье, они еще кроме стен покупают территорию, которая рядом с ним. А эта территория очень часто не озелененная. И речь идет не только о жилье эконом-класса. У нас в центре много элитного жилья, где совершенно нет ни одного дерева. Юлия Климова – жительница одного из домов по улице Ускова. Ее дом сдали еще в 2015-м, и по проекту застройщик должен был высадить во дворе деревья и кустарники, но ограничился простым газоном. Но Юлия и ее соседи не сдались, подали в суд. В итоге застройщика не только обязали выполнить обещанное, и он уже начал высаживать деревья, но и улучшить проект. Во-первых, мы убрали спортивную площадку, как вы видите, потому что она была выполнена некачественно, и, соответственно, пришла быстро в то состояние, которое не должно быть у нас во дворе. А во-вторых, мы добавили изменения проекта, больше растительности, больше кустарников, больше деревьев. То есть заявили о том, что все-таки мы хотим больше зелени. Этим жильцы не ограничились и выдвинули пустырь рядом с домом на пересечении Усковой и Взлетной на голосование по проекту «Комфортная городская среда». Этот объект наряду с Изумрудным и Мизюлинской рощей победил, и нынешним летом там разобьют сквер. Теперь, отметили участники круглого стола, опытом активистов с Ускова планируют пользоваться жители из других районов города. Но, уверяет Марина Силантьева, декан биофака АЛДГУ, есть другая проблема. Озеленять у нас в городе не очень-то умеют, и привела несколько типичных примеров. Посажена, вот видите, елочка, я думаю, минимально 1200 рублей насаженец обошелся, минимально. А вот рядом засохшие, там веточки торчат, это гортензия. Я думаю, минимально, 500-600 рублей саженец обошелся. Во-первых, дорогие саженцы, слишком это дорого. Во-вторых, посмотрите, как посажено. Никаких углублений нет, никто не подразумевал, что это должно поливаться, рыплиться, пропалываться, никто. По ее словам, подход к озеленению в Барнауле надо кардинально менять. Например, больше использовать местные неприхотливые породы – сосну или можжевельник. Они дешевле, лучше приживаются. Организаторы решили до наступления лета провести еще несколько подобных круглых столов, куда будут приглашать всех заинтересованных жителей города. Также они надеются, что эти встречи почтят своим вниманием и застройщики. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.